Є, о, чудово. Отже, є у нас зараз на скайп зв'язку Лев Шлосберг, депутат законодавчих зборів міста Пскова, Росії, який, власне, пише дуже багато і з'ясовує долю зниклих і загиблих в Україні російських солдатів. Алло, Лев, ви слышите нас? Да, добрый день, я вас слышу. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что согласились с нами пообщаться. Первый вопрос, как вы себя чувствуете? Мы знаем, что на вас напали не так давно. И связываете ли вы это нападение со своей деятельностью, с вашими комментариями, с вашими расследованиями убийств и пропажи российских солдат на территории Украины? Я себя чувствую вполне удовлетворительно. Мы можем с вами общаться, слава богу. Действительно, неделю назад, в минувшую пятницу, поздно вечером, вскоре произошло нападение. Обстоятельств которого я не помню ввиду вот специфики этого избиения, поскольку люди владеют вполне техникой избиения других людей, понимают, как их сознание. Вот поэтому то, что было в тот момент, остается для меня неизвестным. По счастью, врачи тоже вечером мной занялись, и я могу сказать, что их усилия за минувшую неделю достаточно значительны, чтобы мы могли сейчас с вами общаться. У меня есть основания, как мне кажется, предполагать высокую вероятность связи между тем, что произошло со мной, и теми расследованиями, которые, на мой взгляд, на самом деле, это даже бы не совсем верно называть расследованием. Мы просто смогли опубликовать факты, подтверждающие, к великому нашему сожалению, большой печали, и факт участия российских военных подразделений в боевых действиях на территории Украины, факт боестолкновений, факт потерь, при том, судя по всему, значительных потерь, и факты, подтверждающие закрытые тайные похороны этих военнослужащих в Псковской области. Очевидно, люди, которые участвовали в организации отправки этих воинских подразделений в Украину, люди, которые каким-то образом отвечали за режим закрытости этих действий, в том числе за режим закрытости информации о потерях, о похоронах, они вот в такой специфической форме, достаточно бандитской, к сожалению, отреагировали на выход этой информации в свет. Но это версия. Это та версия, которую придерживаются мои ближайшие знакомые друзья. Я тоже к ней склоняюсь, но до тех пор, пока не будет доказано, что это именно так, ни о чем невозможно говорить с уверенностью. Мы не можем исключать, что вот в той атмосфере глобальной ненависти и вражды, которая сейчас создана в России, могли найтись люди, которые захотели воспользоваться этой атмосферой. Еще раз, но так совпало, что это случилось буквально через 4 дня после опубликования информации о похоронах десантников на старом сельском кладбище в Выботах под Псковом. И большинство людей связали и само это действие, и ту технику, в которой это было произведено, именно вот с этими выступлениями и этими публикациями. Притом не с какой-то конкретной публикацией, а, скорее всего, в целом с позицией, которая была озвучена. Да, понятно. Скажите, пожалуйста, вот сегодня появилась информация от Совета национальной безопасности Украины, который вот по их подсчетам около 2000 уже российских граждан, солдат и также наемников погибли в Украине. Вот ваши данные, они подтверждают эту информацию, эта цифра, она вообще соответствует, может ли она соответствовать действительности? Знаете, это очень большая цифра, очень большая. И хотелось бы, чтобы эта цифра не соответствовала действительности. Это очень много погибших. Но вот та информация, которую мне передали действующие военнослужащие дивизии, которая была в виде двух диалогов, обезличенных диалогов, но подлинных диалогов, опубликована в Псковской губернии на минувшей неделе, 3 дня тому назад, она подтверждает, что значительное число, около 1000 военнослужащих дивизии были переброшены в Украину 15-16 августа, подтверждает факт боев и называет цифру потерь около роты во время боев под Георгиевкой 20 августа, утром 20 августа. При этом известно, что потери были и до того, но, очевидно, они были единичными. Полный боекомплект роты нормативный – это 80 человек. Иногда бывают расширенные роты, может быть, и 90, и 100 человек, в зависимости от боевых задач. Но если вот человек выживший, чудом выживший в этой ситуации, говорит, что у нас осталось от силы 10 человек, он, наверное, владеет информацией для того, чтобы говорить именно так. Он участвует в эвакуации погибших. Мы не знаем полной картины. Эта информация очень тщательно скрывается. Все донесения о безвозвратных потерях носят секретный характер. И то, что мы опубликовали, это
совершенно случайная ситуация. Люди, действующие военнослужащие российской армии, контрактники, они протестуют против такой войны. То есть по своей профессии это военные люди. Они готовы воевать где угодно и с кем угодно. Поймите, вот их правильно, такие же военные служат в украинской армии, защищают Украину сегодня. Но армия хочет воевать честно. То есть если представить себе ситуацию, что Россия, не дай бог, официально объявляет войну Украине, и Псковская 76-я десантно-штурмовая дивизия получает приказ идти на Киев, и дивизия выполнит приказ и пойдет на Киев. Но при этом офицеры и контракт... Немножко прерывается. Прерывается у нас связь, не очень хорошая скайп-связь. Алло? Участвует в войне, которая... Да, сейчас лучше? Да, да, ну... Алло, сейчас вы слышите? Сейчас, да, слышно. Алло. Сейчас слышно вас, да-да-да. Прервалась немножко связь. Да, к сожалению, связь может быть неустойчивой. И вот те люди, которые передали нам информацию Очень плохо вас слышно, Лев. Мы сейчас попробуем вас еще раз набрать. Вот, еще раз давайте попробуем с вами связаться, потому что очень плохо слышно. Будь ласка, попрошу наших режиссерів ще раз набрати Лева. Можливо, буде краще чути. Ну, однак він каже, що ця цифра 2000 солдатів, яку назвали сьогодні українське РНБО, російських громадян, які загинули в Україні, у нього немає прямих підтверджень, однак із тих даних, які публікувало видання «Псковська губернія», із тих даних, які є у Лева Шлосберга, в принципі, це не виключено, тому що лише в одній Псковській області дуже великі серйозні втрати серед псковських десантників, а скільки ще гине десантників і солдатів із інших регіонів Росії, ну, насправді, нікому не відомо точно. Однак ці цифри, і справді, можуть бути дуже великими. Ну, ще в мене було одне питання до Лева Шлосберга. Якщо вдасться нам відновити скайп-зв'язок із ним і буде трішечки краще його чути, то я би хотіла ще задати йому одне питання. Що там у нас? Є вже, так? Лев, ви слышите нас? Да, я слышу вас очень хорошо. Да, и вот еще последний вопрос у меня к вам. Появилась вчера материал уже даже на сайте и в эфире Первого канала российского о похоронах одного из десантников из Костромы. О чем это свидетельствует? Свидетельствует ли это о том, что... Ну, уже этой теме, если приделяют внимание и общенациональные, и уже государственные масс-медиа в России, может ли как-то ожидать, можно ли ожидать какого-то сдвига в общественном мнении в России и какого-то большего понимания того, что ну, на самом деле идет война, в которой Россия является одной из сторон? На самом деле причинно-следственная связь, скорее всего, другая. Именно изменения в общественном мнении России заставляют официальную пропаганду каким-то образом выдвигать другие версии гибели военнослужащих. Уже невозможно отрицать факт участия в боевых действиях, но по-прежнему власти настаивают, что это добровольцы, которые по своей воле сами свои отпуска или свои служебное время проводят на территории другого государства, не будучи при этом военнослужащим российской армии. То есть пытаются культивировать миф о том, что эти люди сами по своему желанию откликнулись на просьбу неких политических сил в Украине для того, чтобы выступить в защиту той территории, которая условно называется Луганской и Донецкой республиками. На мой взгляд, это только начало изменений в общественном мнении России. Любую войну останавливает информация о потере. То есть пока война бескровна, это не война, это маневры. И маневры вызывают восхищение у большей части людей. Когда начинается гибель людей, то общественное мнение о любой войне в любой стране становится резко негативным. В большей своей части народ не готов платить такую цену за чьи-то политические амбиции. Поэтому, очевидно, многочисленные публикации и о факте боев, и о масштабе потерь, они привели к тому, что пропаганда стала как-то изворачиваться и пытаться внедрить в сознание какие-то другие мифы. Но эти мифы не будут долговечными, потому что это все равно вранье.
И вот Псков – это маленький город, 200 тысяч жителей. Если отсюда 1000 человек отправляются с водной бригадой в Украину, то в городе, где 200 тысяч жителей, уход на войну 1000 человек никогда не может остаться неизвестным, никогда не может быть тайным. Если кто-то думает, что это возможно скрыть от общества, не от меня, допустим, как депутата и журналиста, не от каких-то других людей, которые специально пытаются найти информацию, найти правду, а просто скрыть от общества. Это просто глупость. Это показывает глупость этих людей, которые не понимают, что эта информация все равно найдет выход в свет. И вот уже совсем последний вопрос. Думаете ли вы, что могла ли вот эта информация, да, которая начала появляться, попадать все-таки в российские медиа о гибели русских солдат, она как-то повлияла ли на вот это решение, на предложение Владимира Путина мирного плана и на то перемирие, которое сегодня было оглашено? Есть ли какая-то связь? Усматриваете ли вы какую-то связь между этими двумя вещами? Знаете, очень сложно влезть в голову Владимира Путина и предположить, что происходит в этой голове. Я думаю, что миллионы людей в мире хотели бы понять, что происходит в голове Владимира Путина. Но совершенно очевидно, что события идут не по тому плану, не по тому расписанию, которое он видел перед собой. Это очевидно. Он тоже пытается, с учетом инстинкта самосохранения, найти выход из этой ситуации, которая для него является очень тяжелой. Сейчас его рейтинг в России держится исключительно на высочайшем уровне государственной пропаганды, в которую вовлечены частные СМИ, фактически в России информационное поле почти что забетонировано. И совершенно понятно, что такая картина не может быть вечной. Поэтому вот эти предложения, попытки выступить в роли инициатора мирного процесса, это попытки спасти лицо. На самом деле, честно вам скажу, на мой взгляд, все равно, как наступит мир, лишь бы он наступил, потому что и потери России, и потери Украины, и потери других стран, достаточно вспомнить этот ужасный случай с самолетом, колоссальны. То есть за вот эти политические амбиции мир заплатил огромную цену. И вне зависимости от того, каким образом сложится конфигурация мира, нужно стремиться к миру, нужно отделить военные действия от политического процесса, потому что военные действия – это недопустимый способ решения проблем в любом случае. Если удастся остановить войну, то остальные проблемы – политические, экономические, социальные, культурные – мирно разрешить можно все. Может быть, потребуется год, может быть, 10 лет, а для чего-то могут потребоваться десятилетия после того кошмара, который произошел. Но это вопрос искусства политиков, это вопрос времени. Тот факт, что Путин официально выступает миротворцем сейчас, показывает, что у него не осталось других способов продолжение политики, кроме как выступать за мир. Ну, может быть, это будет способствовать быстрейшему наступлению мира. Я бы этому очень порадовался. Спасибо вам большое, Лев, что были с нами на связи.